плечи, я огонь не потушу. В этот тихий вечер я огонь не потушу. В этот тихий вечер. Наталья Репина с доброй улыбкой смотрит на своих учениц и вместе с ними исполняет песню о любви. Это чувство в ее жизни – топливо, благодаря которому покоряются любые вершины. А музыка – главная тема биографии. С ней Наталья Вениаминовна идет рука об руку с самого детства. В нашем доме была девочка, которая играла на фортепиано. Она постарше меня намного была. И я заходила в гости. То есть у нас такой дом ведомственный. Родители – отцы, они служили все вместе. То есть мы как родня были. И вот мне так понравилось, как она сидит, играет. И я решила тоже заниматься музыкой. Первое фортепиано Наталье купили, когда ей только исполнялось 6. Она пошла в музыкальную школу. Сначала нравилось, но с каждым годом прилагать усилия на занятиях становилось все труднее. Когда пришлось уже трудиться в классе 4-м, я решила, что это не для меня, потому что я очень шустрый ребенок была. Мне побегать и попрыгать где-то, а тут надо сидеть заниматься. Но пришлось. Родители платили деньги. Мама сказала: так, ты заканчиваешь, обязательно заканчиваешь, а потом уже занимайся тем, чем захочешь. Когда заветный диплом был получен, Наталья отложила занятия музыкой. Хотела стать художником-модельером и даже пробовала поступить в политехнический колледж, но не добрала 1 балл. И чтобы не терять время, решила вернуться к музыке. С того самого момента мелодии, ноты и аккорды уже никуда не уходили из ее жизни. Наталья окончила 2 музыкальных училища и Купаловский университет. Пела в народном хоре и ансамбле в классовке. Преподавала уроки фортепиано, хоровое пение и музыкальную литературу. И даже на пенсии не смогла оставить творчество. Сижу на диване и думаю, чем бы мне заняться? Где что есть у нас в городе интересного? И вдруг, вы не представляете, это вот просто вот... божественное проявление. Звонок домашнего телефона. Я поднимаю трубку. А там моя однокурсница по училищу, по музыкальному. Мы с ней не общались, ну, может, 10 лет. Узнала ее по голосу, потому что у нее очень специфический такой голос. Она: Наташа, я говорю: ой, Галя, ты? Она говорит: ты хочешь петь? Я говорю: хочу. Сегодня идем на репетицию. Вот так я и попала. Волошки – это васильки. В общем-то, это, как сказать, василек один, а у нас целый букет васильков. Очень хорошие, очень эмоциональные, очень добрые, разные, совершенно разные по характерам. Но вот всех нас объединяет песня. Нехорошо с тобой идти всегда везде одной тропой. И снегопад, и дождик проливной, деля на свете все и неудачи, и удачи. Счастлив тот, кто в это чудо и чудес живет, кто может, став уже давно седым, остаться вечно молодым. Наталья Вениаминовна поет в ансамбле уже 5 лет, и 2 года из них руководит коллективом. В 2023-м волошки отмечают юбилей. В их истории уже более 100 выступлений и 19 почетных наград. Выступаем мы везде. Везде, где мы необходимы. На открытых площадках, в Доме ветеранов. Коллектив у нас дружный. Мы с удовольствием ходим на репетиции. Руководитель наш грамотный. Мы ее понимаем. В коллективе «Волошки» я уже 5 лет. Мне здесь очень нравится. Сначала мне было как-то, ну, не очень. Я думала: ой, ну это не для нас, ну уже мы такие женщины в возрасте, все. Потом раз пошла, второй раз пошла, и мне очень понравилось. Я сюда прихожу, я отдыхаю. Мне нравится все. Мне нравятся наши наряды, мне нравятся наши выступления, мне нравится наш руководитель. Коллектив дружный, все веселые собрались, все жизнерадостные, все на позитиве. Бывают у каждого у нас проблемы, бывает и здоровье шалит, и все. Но мы как-то с этим справляемся.
На город спускается вечер, и звездочки в небе горят. Со мною не ищешь ты встречи, и первым отводишь свой взгляд. Молодцы, все. Как в букете васильков каждый цветок добавляет яркие краски, так и в ансамбле «Волошки» каждый дополняет друг друга своей красотой и талантом. После каждого выступления мы всегда отмечаем. У нас есть свое кафе, в котором мы любим вместе быть, вместе поговорить, обсудить. И это после каждого концерта. Во-вторых, мы всегда отмечаем дни рождения свои, всегда все вместе с группой, обязательно. После концерта идем по городу, мы любуемся нашим городом, потому что наш город правда красивый, старинный и в то же время молодой, так как и мы. Со мною не ищешь ты встречи, и первым отводишь свой взгляд в окно. Ты мне приносишь слезы.